И всем привет, дамы и господа, с вами Лео Мун, и в сегодняшнем видео я буду говорить о трех играх, которые сделала одна компания, потому что я могу вам это доказать очень легко и просто. Если мы зайдем в группу, то да, мы увидим здесь два режима. Это гордость льва, а также комплект волков альфа. Но самое интересное, это если мы зайдем вот в эту вкладочку, то мы увидим здесь, ого, Magic, отдельную группу с котами-воителями. То самое, понимаете? Вот. Как бы... И здесь мы то же самое увидим, то, что вот, другие режимы, которые у них есть. Это все то же самое, только это один человек, понимаете? Одна компания. Видите, вот что тут, никнейм вот этот вот, да? Что в котах. Этот же никнейм. Кто будет еще спорить и говорить то, что это не от этой компании, а не от этого разработчика? Тут даже дело не в моем мнении, а в том, что это так и есть. Это сделали эти три игры одна компания, понимаете? Одна компания это сделала. Тут даже спорить не надо. Очень все легко и просто. Наглядно все видно, что это сделала одна компания. Понимаете? Что ж, на этом все. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. На этом все. И всем пока-пока.